Уху! Здорово, бандиты и бандитки, с вами Спикер, и добавили обновление в игре Sons of the Forest. Разработчики добавили дельтаплан, добавили бинокль и новые постройки. Мы сегодня это рассмотрим. Где найти дельтаплан, 4 места, где он появляется, есть на моем канале. И где найти бинокль, тоже есть на канале. Или в описании спускайся вниз, там все есть предметы. Сегодня посмотрим как раз новые постройки. У нас как было на стримчике. Мы построили дом, и туземцы бегали вокруг двери. Понимаешь? Забегали в дом, выбегали из дома и даже выносили эту дверь. Теперь разработчики добавили дверной замок. Мы берем обычную палочку, подходим к двери, и у нас появляется такая стрелка. Мы нажимаем, и все. И замок готов. То есть мы нажимаем на букву Е, он закрыт. Туземцы теперь не смогут зайти в наш дом. Ты покрасятки. Разработчики, конечно, все сделали здорово. И также открывается. И сможем спокойно зайти. И разработчики также сделали... сейчас возьмем палочку. Сделали ворота. Их теперь можно открывать. Мы подходим вот так к нашим воротам. Ставим вот так, и появляется замок. Смотри, сможем открыть. Можно сделать двойные ворота, большие ворота на нашу базу. И также закрывается. Это у нас работает. Если мы с этой стороны делаем, то открывается в ту сторону. Если с этой стороны, то открывается в эту сторону. Видишь, как это все работает. Также можно заострить, чтоб туземцы не перевозили. По красоте сделать вокруг, понимаешь? Вокруг базы сделать такой забор. Это, конечно, очень долго придется делать его. Все, по красоте, готов. Также закрывается. Кэлвин, далеко не уходи. Также разработчики еще добавили перемещение мебели. Вот это то, что, знаешь, удобно. То есть ты построил лавочку, построил стульчик, и это дело можно перемещать. Букву S нажимаем, он просто берет, перемещает куда угодно. Можно поставить сюда, также и стол перемещает, и так далее. Другие предметы тоже. Можно постоянно делать перестановку в своем доме. Как угодно и где угодно. Также разработчики добавили закрытие крыши. Фронтон теперь можно закрыть. То есть смотри, мы это дело сейчас уберем. То есть теперь можно полностью закрыть. Раньше были проблемы с крышей. Но они решили. Мы берем одну длинную палку. Потом мы ставим средние две палочки. Два бревна, то есть. Два бревна, и ничего не вылазит. Обычно все это дело вылазило. Теперь это дело не вылазит, и все нормально. Смотри, все по красоте можно закрыть. Фронтон. Ну, шикарно. Также есть дельтаплан, в моем канале уже есть. Мы, конечно же, еще полетаем на стримчике. Ну, а с тобой был Спикер, и до новых встреч. До новых роликов. Всем пока.